В Бишкеке сильный ветер. Он повалил деревья, поднял пыльную бурю. В некоторых местах ветер снес крыши домов. Ранее МЧС сообщало, что вечером ожидается сильный ветер в Бишкеке и Чуйской долине. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Также ведомство рекомендует во время сильного ветра не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа, не подходить к местам, где есть электрические провода, носить очки, не стоять возле рекламных щитов, в случае ЧП звонить на 112.